Сегодня по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» и депутата фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области состоялось заседание по подготовке в правительстве области, состоялось заседание по подготовке к весенне-полевым работам. На мой взгляд, состоялся достаточно принципиальный, очень полезный разговор о тех проблемах, с которыми сегодня столкнулись сельхозпроизводителями. Действительно, вызывает озабоченность, что впервые прозвучала тревога за подготовку к весенне-полевым работам, очень важном, крайне важном этапе для сельхозпроизводителей. Сегодня мы проговорили основные проблемы, которые актуальны в этот сезон. Это прежде всего проблема с кредитованием, это проблема с выделением денежных средств из областного и федерального бюджетов и доведением этих средств до сельхозпредприятий, до сельхозпроизводителей. И самое главное, наметили пути решения этих проблем. Я уверен, что сегодня принятые решения, зафиксированные в протоколе, будут выполнены. В результате деньги дойдут до сельскохозяйственных предприятий, удобрения ГСМ своевременно можно будет приобрести, сев пройдет в установленные сроки, и все хозяйства получат достойный урожай.